Владивосток, 16 декабря 2022 года. Сегодня морозно, но ветра нет. Морозно, морозно сегодня.
город постепенно украшают к Новому году. Ну, всякие магазинчики так украшаются, и учреждения. Здесь местные производители продают орехи, всякий мед и остальное. Здесь уже установили такую елку. Снежные истории. Ёлочный базарчик. А здесь... Передо мной. А здесь... Ну, тоже разные мастера продают то, что сделали своими руками. Сделано в Приморье. Ёлочки тут, медведи вон, сани. Такая фотозона, качельки.
центральной площади города продолжается строительство новогоднего городка. Выставляются по кругу вот эти вот домики. В данный момент привезли очередной домик. Сейчас его будут выгружать. А там собирают каркас елки. Здесь вот еще какие-то конструкции привезли. Вот. В общем, комплектующие разные здесь лежат до поры до времени. Елочка. В общем, работы идут. Выгружают там домик. Корабельная набережная.
подводная лодка С-56. Звуки рынды. Здесь Илья Муромец. Адмиральский сквер. Кукольный театр. Посмотрим. Памятник Арсеньеву. Памятник Владимиру Арсеньеву. Здесь он с дочкой.
вот там мужики угорают. Там через дорогу театр Горького находится, памятник Владимиру Высоцкому. Там памятник Сергею Лазовичу, вот он здесь стоит. Театр Горького. Здесь памятник Высоцкому. Шумит там снегоуборщик. Мужичок раздувает снег. Почему-то из колонок не звучат песни Владимира Высоцкого. Обычно здесь играет музыка его. Мужики там снег убирают. Через дорогу находится Пушкинский сквер. Это сквер Невельского. Вот и вот. А вот это здание – штаб пограничных войск. Там теннисные корты –